Привет всем! Приехали в лес за грибами. Грибники пошли собирать грибы. Уже нашли грузди. Вот такой вот лесок. Вот такие вот грибы нашли. Грузди. Один, второй. Сейчас будем собирать. Уже большие, переросшие, но главное, что есть грибы. Этот уже испортился. Порченный уже гриб. Вот такие вот грибы хорошие. Травы уже все процвели практически. Уже совсем все. Без цветочка единого. Сухо было очень, поэтому трава в этом году невысокая. Совсем вот небольшая. И никто уже не косит здесь. В прошлом году, наверное, еще немножко косили. А сейчас уже все забросили поле. Вот остатки лобызняка остались и все. Больше ничего. Вот еще нашли два грибочка уже в следующем лесу. И осинник здесь, и березник. Марины коренья уже отцвели, семена вот такие вот. Такой вот лес. Сегодня ветерок, какая-то прохлада хоть есть. Траве. Пойдем дальше искать грибы. Вот еще нашли вот эти помоложе грибочки один. Там маленькие есть. Такие вот подрезали. Такие вот грибы. Грузди. В лесу осинники. Здесь осинник растет у нас. Такой вот молодой осинник. Ну, там березки есть, конечно. Вот такое вот болото там дальше идет.
здесь по бугоркам, по этим вот ходим. Ищем грибы. Такой лес. Вот еще такие большие грузди нашли. Один. Здесь второй уже староватый. Ну что, выберем. Хорошенький вот этот так-то. Надо посмотреть, чистый, нет? Ну, чистенький какой. Хороший грибок. Ну, тут совсем ничего нет, всего несколько грибов. Все, назад надо выходить. Бурьян. Сока растет. И вот такая большущая старая осина. Все живая. С листьями наверху. Большущая, прибольшущая. Огроменная. Вот сорвали гриб вот этот вот баку пчелам. Потом посушим и в дымарь добавлять будем пчелам, чтобы меньше они злились. Вот еще одна растет. Бака. Вот такая вот бака. Вот такой вот красивый цветочек в болоте прям растет. Здесь вот живут бобры, пообъели осины. Такое вот небольшое озеро. Болото, обычное озеро. Вот такие вот опять тоже идут болото, болото, все. Все в болотах. Ну, тоже вот красивенько. Такие просторы. У грибов тут совсем мало. Считай, нету. Один только сухой грусть нашли, и все. Пока больше ничего. Будем дальше искать. Приехали в следующий лес. Сейчас посмотрим, какие здесь будут грибы. Такая вот висит рябинка. В этом году много рябины в лесу. Вот такая вот выросла костяника в лесу. Как гранаты, семечки. Вот такая вот ягодка.
Вот зашли в Рям. Такие елки здесь растут. И кедры. И березы. Такой вот тоже бурелом. И поспевает брусника. Такие вот ягодки. Бруснички. Вот, смотри, какая. На мху. На эти тут. Вот растет багульник. Где голубика, на чем? А голубика, это вон кустики. Вот на этом кустике. Это шишки или бед? На, положи в ведро. Кого в ведро? Ключи. К тебе? Ключи. Вот ведро. На, пакет. Вот такой вот рям. Вот я положу. Зеленый пакет и сиреневый. И вот лежит клюква. Еще зеленая она. Брусники на елку. Ну ничего, еще все есть. Вот такие вот шишки. Ладно, пошли. И брусничка. Вот такая вот полянка. Коши на сено. Сперва траву косят, потом она подсыхает, и вот ее сметают вот такие вот копна. Такая вот копна сена. Вот такое сенка. А потом уже все вот эти копна будут сметать на одну березу, чтобы потом этот стажок вывести. Такая вот березка. Совсем сейчас мало косит сена. Ставлю с единицы. Кто этим занимается, остальные все покупают в тюках. Такая красотень. Лес весь поеден. Практически голый. И вот такой вот шиповник. В этом году много прям шиповника. Такой вот он. Еще не поспевший, но очень много. Вот на каждом кустике, на каждой веточке все шиповники. Еще зеленого много. Ну вот, приехали из леса. Такой вот небольшой тазик набрали груздей. Ну, если учесть, какое в этом году сухое лето, то и такой тазик — это очень
хорошо. Потому что дождей практически можно по пальцам пересчитать одной руки, сколько было дождей. Ну, а так вот такие вот грибочки, гроздочки. Сейчас их еще раз промоем, замочим в воде, ну, а затем отварим и что-нибудь приготовим. Ну, а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И всем пока-пока.